27 ноябрьских семей в ближайшее время получат ключи от новых квартир. В Ямальском микрорайоне в Тюмени сдан второй многоэтажный дом, построенный для северян в рамках программы окружного фонда жилищного строительства. Ранее в этом году уже заселили первую многоэтажку жилого комплекса. Тогда ключи получили 159 ямальских семей. На этот раз заселить планируют 119 квартир. Об этом рассказала замдиректора окружного фонда жилищного строительства Елена Морозова. В настоящее время с 15 числа и на протяжении 2 недель туда будут приезжать люди со всего округа, участники нашей программы. И будет осуществляться оформление, документальное оформление на получение квартиры. Для этого люди приглашаются непосредственно в квартиру, они ее осматривают, указывают свои замечания, если у них таковые имеются, и подписывают соответствующие документы. После чего вся документация будет передаваться в регистрационную службу для того, чтобы осуществлять переход права собственности на участника.